Всех зрителей приветствую на своем канале. Вновь я продолжаю выпускать видео про тему Беларусь, а именно какие небольшие события происходят за последние дни. Сегодня 11 августа и давайте рассмотрим, что произошло за этот день. Погнали! На первом видео обнаруживаем, как в Минске запустили БЧБ-шарики с бело-красно-белым флагом. Дальше на другом видео приостановили парня на Пушкинской возле мемориала Тарайковского. А теперь я хочу извиниться перед всеми зрителями, которые в данный момент смотрят это видео. Сейчас я покажу немного старые события, потому что контента очень мало, практически его нету, а показывать что-то нужно. Так что вот. На этих кадрах мы видим, как Светлана Тихановская говорит речь в Белорусской церкви Нью-Йорка. Дальше мы видим, как Светлана Тихановская посетила белорусскую церковь в Бруклине. Далее видим вновь новополоцкие стишки про новую конституцию. Далее произошла акция солидарности с Сашей Ивулиным во Вроцлаве. На других кадрах можем лицезреть, как Светлана Тихановская встретилась с директором American Jewish Committee Самуэлем Клигером. Ну и заключающее видео на сегодня – это обращение Светланы Тихановской к журналистам Белсата. Вот и все события на сегодня. И я хочу еще раз извиниться за старые события, но не прям старые. А на сегодня все, большое спасибо за просмотр данного видео. Всем пока и до скорых встреч!